На территории Лабинского городского поселения объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасада домовладения и прилегающей территории. Заявки в конкурсе можно подать в администрацию Лабинского городского поселения, в отдел жилищно-коммунального хозяйства до 24 декабря 2020 года. Критерии, по которым будет осуществляться отбор победителей в данном конкурсе, это наличие наибольшего количества праздничных светотехнических элементов, художественная выразительность, а также санитарно-техническое состояние. По итогам данного конкурса будет отобрано 7 победителей, один победитель в каждом микрорайоне, которые будут награждены памятным подарком и почетной грамотой. Заявки для участия в конкурсе можно подать через председателей советов микрорайонов, а также в администрацию Лабинского городского поселения, в отдел жилищно-коммунального хозяйства по телефону 327-69.